турист, гость едет к нам для того, чтобы провести время, которое предназначено самому себе. Да? То есть мы всегда же выбираем самое приятное и комфортное место, чтобы провести свой отпуск. Сегодня, я думаю, собрались те все неравнодушные люди и те, кто будут обеспечивать потоки туристов, что Ульяновская область – это все-таки и удивительная природа, и история, в принципе, и те люди, которые будут принимать туристов и делать так, чтобы туристический бизнес процветал, рос и приносил доход в бюджет Ульяновской области. Туристический сезон стартовал синхронно с летом, что вовсе не означает паузу в совершенствовании инфраструктуры. Даже в разгар периода продолжится благоустройство, ремонт и строительство подъездных дорог к важным и интересным объектам. Пляж в Рыбацком в настоящее время проходит согласование. Там прошло обследование дна, значит, там получено заключение соответствующее, и этот пляж станет официальным. Надеемся, что в июне этот вопрос они решат. На текущий момент отремонтированы дороги к нескольким популярным здравницам региона. Строительство же придорожных кафе, гостиниц хоть и идет, но преодолевает бюрократические препоны. Задача – административные барьеры снизить. Мы здесь, депутаты, не для того, чтобы себя показать, а для того, чтобы людей посмотреть. И в частности послушать, услышать и оказать действенную помощь в развитии этой индустрии. Тем более, да, как мы прекрасно все понимаем, какие времена наступили, эту задачу развития межрегионального туризма, внутреннего туризма ставит и президент. По словам парламентария, задача региональной власти – создание условий для увеличения турпотока. И немалая доля успеха на этом пути – поддержка производителей сувенирной продукции, уникальной для нашего региона. Приедут туристы, заполнятся гостиницы, придут рестораны, кафешки, купят нашу продукцию. И мне очень приятно, когда идешь по рыночной, я назову, площади, да, в районе сельхозакадемии, Соборной площади, где стоят киоски. Я вспоминаю свое время, когда мы приезжали в мемцентр и покупали вот эти значки. С Ульяновском. Брендированная сувенирная продукция. Мало того, что приятный сувенир для приезжих, это еще и потенциальный источник налоговых поступлений в казну региона. А еще рабочие места, в том числе для людей творческих и тонко чувствующих красоту родного края. Безусловно, аутентичности Ульяновску не занимать, но и ее нужно правильно подать. Особенно молодому поколению, охочему за яркими впечатлениями. Опыт взаимодействия имеется, требуется внимание и поддержка. Мы на нашем небольшом производстве сконцентрировали такое молодежное сообщество. На тот момент это было 15 человек. Было маленькое небольшое помещение на Гончарова, где была поставлена задача именно качать город, культурный код города, находить, исследовать и позиционировать со стороны молодежи. Собрать весь спектр мнений и предложений, чтобы определить векторы дальнейшего движения. Один из важнейших – поддержка промыслов как наглядной иллюстрации привлекательности и уникальности нашего региона. Возможности реализации сувенирной продукции предстоит детально изучить. И на ближайшей встрече стороны утвердят лучшие варианты размещения точек продаж и презентации аутентичных изделий.